Орландо Каради представляет. Симба, король лев. Мондо ТВ, Италия. Баки и Арбор. Чаще леса. Почему туда? Не знаю. Меня ведет внутренний голос. Лучше я полечу. Так легче будет, чем балансировать у тебя на спине. Скорее, скорее! Той, осторожнее с мечом. Прости, подбери его. Так мы не найдем сокровище. Потерпи, а может нам повезет. Ну да. Не забудь мяч. Ладно. Не собирается ли он подшутить над нами? Подшутить? Это не смешно. Эй, чего вы ждете? Мы не знаем, куда пошел Баки. Вы не знаете, где он? Да он там прямо. Где? За теми большими деревьями. Идем к нему, времени мало. Ну чего ж мы ждем? Вперед! Я с вами. Я рад, что ты почувствовал мою магию, Баки. Что? Я король деревьев и могу передавать свои мысли в голову других. Что? Баки, прояви уважение. Он очень мудрый король. Пойми, малыш, не бойся, подойди. Твои родители часто навещали меня в былые времена. Ты знал моих родителей? Yes, very well. Да, я очень хорошо, я король деревьев, значит, знаю всех, кто живет в лесу или в джунглях. Я также знаю Симбу, маму волчицы. Я знаю, что она заменила вам родителей. Правда, ты все знаешь? Похоже, Баки спятил. Ты видел? Да, это странно. Он с деревом разговаривает. Тихо, не мешайте ему. Баки разговаривает с королем деревьев и его лесом. Король деревьев?
Вон то большое дерево? Да, и он хорошо знал родителей Баки. Мне вот сложно поверить. И мне. Меня в лесу больше ничего не удивляет. Так это правда? Ты знаешь моего друга Симбу? Да, я позволил ему получить большой медведь. Скажи, ты тоже хотел бы таким? Да, да. And what would you do with these gifts if you received them? I'd make Я бы отомстил за своих родителей, вот так. Buckshot, do you know the story about what happened to your parents? Come, let me tell you. Идем, расскажу тебе. Your parents gave their lives to save their three young ones. Let me show you how brave they were. Как отважно они себя вели. Мама! Мама! Бедный Баки, он так расстроен. Это дерево сводит его с ума. Да, пойдем предупредим Алекс. Да, все в наших руках. Ну же! Минутку! Подожди! Твоя мать умерла прямо на этом месте. Я твоя мать. Ты подрос, и я рада, что у тебя такие хорошие друзья. Не плачь, ты ее расстроишь. Ты ее не видишь, но она приглядывает за тобой. Да. Она всегда с тобой. Эти птицы такие проказники, мне защекотали. Хватит, птицы. Я могу прогнать их. Не надо, я им нужен, ведь мои ветви дают им приют. Они такие милые. Зачем вы щекочете старика? Старика? Король деревьев не старик, он просто древность какая-то. Без него мы не выжили, он нас любит. Не беспокойся, попьют воды. И птицы тоже пьют воду. Ха-ха-ха!
Какие красивые цветы! Видишь, Бакшот, вода – источник жизни. Для животных и для растений всем нужна вода. Эти деревья стали так небольшими благодаря воде, и теперь они помогают птицам и зверям. Мы деревья – стражи природы. But I've seen humans cutting down the trees. What are they doing, Arbor? Because they are short-sighted. When there are no more trees, there'll be no more life on Earth. Then everything will be lost. So we must protect water and trees to keep us alive. Water and trees to keep us alive. You understand well, Buckshot. You're very smart. Скажите, а где Симба и Баки? Симба взял брата на охоту, чтобы научить... И Баки пошел? Нет, он ушел с Тоем. Они пошли к крысам. Идите, найдите и приведите их домой. Хорошо. Баки! Алекс, ты там? Никто не отвечает. Пойдем к крысам. Ага. Толстый, тонкий, вы там? Excel, Finn, тонкий, толстый, где вы? Hi, Alex. Вы кого-то ищете? Yes, привет, Алекс, ты Баки не видела? Да, не стоя, мы мышами пошли к озеру. Идем быстрее! Я не знаю, куда идти. И я. Мы можем заблудиться. А давай попробуем их позвать. Крикнем громко-громко. Баки! Близняшки-волчата. Оли! Кто это? Похоже, Той. Оли, туда! Оли! Той! А где Баки? Рядом, но он слегка свихнулся. Как это? Но он танцует и крутится вокруг деревьев. Ему чудится голоса, он смеется и плачет. Странно себя ведет. Это так, он сам не свой. Мы хотим раздобыть ему лекарства, чтобы ему стало лучше. Он, видать, наелся грибов, и потому стал странным. А к нему можно подойти? Его нужно спасать! Вперед! Эй, толстый, давай используем наш трюк. Давай! Ух ты! Это большое ущелье! И что будем делать дальше? Мы бы пошли в обход, но такого пути нету. Нет, есть! Я перепрыгну через него! Не надо! Стой! Это опасно! Нет! Они двигаются. Они живы, дышат.
Что случилось? У меня был странный сон. Seems you're rushed. Yes, we're on our way to the forest. Нам нужно поймать Баки. Он наелся грибов в лесу и странно себя ведет. В будущем не ходите по этой тропе. Мы ошиблись, а канарейка нас не предупредила. Когда они все вместе говорят, они меня не слушают. Вы такие шумные. Спасибо, что спас нам жизнь. You're a couple of daredevils. Вы прям герои. Ты так думаешь? В том направлении в лесу живет Арбор, король деревьев. Он такой древний и мудрый и знает все предания леса. Если мы хотим продолжать путь, нужно обогнуть ущелье. Не так быстро. И я помогу вам перебраться. Вот. Видите? Моментальный мост из змеи. Будто плывешь по морю. Я вижу Арбора. Отлично. Я побуду здесь, а вы идите к Баке. А если он не вернется? Не будь пессимистом. Мы постараемся его спасти. Ничего не изменилось. Tell me, Buckshot. Скажи, Баки, тебе нравится лес? Yes, да. I'm so happy. Так хорошо здесь. You can stay here for as long as you wish. And from time to time, иногда ты будешь видеть отражение своей мамы. My little one, don't stay here. You must go back to your friends. Отомсти за нас. I understand, mother. Я понял, мама. Я обещаю, что скоро вернусь к своим друзьям. You want to go back? Ты хочешь вернуться? Yes, I want to become just as courageous. Я хочу стать таким же смелым, как Симба, и пойти за большой медведицей. If you stay, you'll learn a great deal. But there is so much I can learn from all of my friends. Нет, я тоже многому научусь. We work and play together. Мы вместе работаем, играем, а наши приключения помогают нам взрослеть. Ты уверен? Да, уверен. Береги себя, Арбор. One moment, минутку, малыш. I would like to я help помогу you. Тебе. Прежде чем ты вернешься к своим друзьям, скажи, какой дар сделал бы тебя счастливым. Хотел бы ты обладать теми же силами, что и Симба. Я Арбор, король деревьев, по праву сегодня награждаю тебя силой леса и всей его мудростью. Магией моих листьев большая медведица отметит тебя, провозглашая твою новую силу. Бан! My dear Buckshot, behold, it is done. These seven marks on your chest will stay with you forever. Now, иди, go look at yourself in the water. Oh, ого! Я ощущаю такую силу. This newfound power will help you overcome the difficult days ahead. Use your power правильно. Используй ее мудро. Да. Come out, my little friends. Ну, друзья мои, вы тоже идете? Сюда, давай. This way. Прыгай. Раз. Вы видели? Он теперь просто супер Баки. А мы с нашими татуировками как супер крысы.
У тебя тоже есть отметины? Как у Симбы. Да. Мне с ними больше идет. Да. Больше умнее, что ли, кажешься ты? Может, ты станешь однажды королем леса? Well, Buckshot certainly has all the qualities of a king. Stop it, tickling. Хватит щекотаться. Now go back home, my friends. It's getting late, and the forest can be dangerous at night. Okay, Арбор, спасибо за твой чудесный дар. Обещаю, я буду мудро его использовать. Ну, вы готовы идти домой? Идем. Стоп, дайте испытаем твою новую силу. Отвези нас на себе. Give them a ride, Buckshot. Покатай их, Баки, они не такие сильные, как ты. Ладно, но вы очень ленивые. Вам нужно больше упражняться. Будем. Обещайте. До свидания, Арбор. Мама, привет! Вот и мы! Вы ранены? Нет! Смотри! Арбор мне подарил вот это! Ой, я так рада за тебя! Это хорошо! Похоже на большую медведицу! Да, эти отметины дадут мне силу! Я буду трудиться на благо нашего сообщества! Ты молодец, Баки! Больше учись и меньше играй, и ты подготовишься к будущему. Да, я так и хотел. Баки, у тебя магия. Да, Августин, ты прав. Арбор chosen you as king of the forest. Арбор великий выбрал короля леса. Ты знаешь Арбора, короля деревьев? Он лучший учитель в лесу. Сила, поддерживающая в лесу жизнь. Дети, ужин готов. Здорово, я есть хочу, я тоже. Баки! Симба! Посмотри, эти отметины большой медведицы дал мне Арбор. Да, однажды мы станем королями. Ты будешь королем джунглей, а я леса. Думаешь, я буду таким же умным и сильным, как мой папа? Шутишь? Конечно, ведь тебя охраняет большая медведица. Да? Идем спать. Завтра наши герои будут ходить с гордо поднятой головой благодаря силам, которыми их наделили. Может, теперь им все будет даваться гораздо легче. В ожидании новых приключений они заснули под звездным небом, под защитой новых сил и старых друзей. Фильм озвучен на студии «Сумпро» по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Елена Дробышева и Алексей Шатхин.